Здравствуйте, дорогие друзья, с вами интернет-канал Максимадзе. И мы продолжаем рубрику «Моды на игру, когда соседа», которую присылают подписчики или просто гости канала. Сегодня мы посмотрим на мод, который называется «Когда соседа новые пакости. Демо». Как вы уже заметили, здесь на меню играет музыка из игры «Когда соседа 4 на отдыхе». Одного из тех позоров от российских разработчиков, которые мы с вами посмотрим в ближайшее время. Тоже. Короче говоря, я даже не помню, кто мне его прислал. Мирослав Гудков, вот кто нам его сделал. Мне его прислали давно, и вот я сегодня буду его снимать. Здесь несколько уровней, пилотных серий нет. Искусство пакостей. С ошибкой написано. 2S должно быть вот здесь, а не здесь. Суббота, сосед... наслаждается выходным днем. Сначала смотрит любимые телепрограммы по каналу Россия-1. А почему Россия-1? Там еще есть первый канал ТНТ, есть еще всякие НТВ. Некоторые пакости в сериях можно пропускать. После ест любимые конфеты. Уди в голове еще новых пакостей есть. Мизеру Ротвейлеру, понятно, вогнали. Бесплатный мод. А что, есть платные моды? Есть три пакости, графон пиксельноватый немного. А здесь музыка из «Когда соседку». А как мы возьмем? Мы никак это не возьмем. Обалдеть, как он так быстро бегает, что это... Странно. Вот так вот мы сделали все быстренько. Немножко кривоватый силуэт вот здесь этот. Или не силуэт, как там он? Окошко кривоватое за рамку дверь выходит. Делаем срыв. Тут написано еще, кстати, сезон 1 изменены только первые отчет. Первые 4 эпизода, я так понимаю, написано. Эти нет. Второй сезон не изменен, третий не изменен. Но это демка. Ладно. Я думаю, мы сегодня на еще какой-нибудь мод посмотрим после этого. Вон, ночной даже. Прикольно. Люблю ночные уровни. Когда они хорошо сделаны. О. Музыка из «Когда соседки». Может быть, мы на нее тоже с вами взглянем. А может, и даже пройдем. Хотя мне эта игра не сильно понравилась. В отличие от «Каникул олигарха». А что тогда? А, вот это? Да не на пол. Ничего ты не понял, где пиксели эти?
А, вот где. Крест. Отлично. Парк возле дома соседа, ну обалдеть. А, ну и все, больше пакостей-то я не вижу. Погоди, что-то есть. Вот оно, в чем дело. Тут фиг что найдешь, блин. Так, третий сезон. Я вот пока на самом деле даже думаю, какую оценку можно поставить. Так, пирог перед тортом. У соседа день рождения, он празднует его наедине с собой. Да. Ошибки есть. Ух, стиральная машина прямо здесь. Могу ошибаться, но вот это, по-моему, из пятого когда соседа и этого тоже. Только вот здесь глюк, я смотрю, есть. Мы все сделали, получается, уже, да? А бежит, кстати, за звуком ходьбы он. Заметил я. Ух ты, вот это красивая анимация, кстати, была неплохая.
хорошо сделано было. Так, яблочный пирог. Ух, ничего себе, прям сразу все предметы. Мне, кстати, знаете-ка, что... А, ладно, потом расскажу в конце этого мода. Чтобы совпадало, так сказать. Я не понимаю, что в кофе надо? Если вонючий сыр нельзя. Какая следующая пакость? Понятия не имею, давайте закончим уровень. Так, давайте посмотрим, есть ли тут изменения, но, так понимаю, нету. Нет. Кроме того, что сосед бегает. Здесь, ну, на всякий случай посмотрим. Но просто зная модеров, они могут добавить сюда всего чего угодно. Ладно, короче, пора оценивать мод. Этот мод получился странный. Это знак вопроса можно поставить. Это один из реально тех случаев, когда не знаешь, что поставить. Вроде бы человек постарался, а вроде бы и не сильно. Ну, нормально. Мирослав Гудков, ты молодец. Старайся дальше, я жду от тебя новые моды. Надеюсь, что полная версия будет гораздо круче, чем вот эта вот. И еще вы мне там предлагали новую оценку. Говорили, что вам нравится, как я оцениваю моды. Спасибо вам за поддержку. И предлагали новую оценку. Это восклицательный знак, когда мод еще лучше, чем... чем просто хороший. И что ж, я подумаю, наверное, над этой идеей. Восклицательный знак, это, наверное, может означать вот так. Это не просто хороший мод, это мод, который действительно, прям действительно стоит внимания. Внимание прям он стоит. Я обязательно подумаю над этой идеей, найду какой-нибудь подходящий звук. Вот никакой мод, тут у меня вопросительный знак обычно стоит, я называю никакой, а тут странный мод, я хотел сказать. Я пока не придумал еще значка к странному моду, когда придумаю, тогда будем его использовать. А пока знак вопроса. Ладно, я иду навстречу к следующему моду, а хороший ли он или плохой, мы узнаем. Да ну, в задницу эту рекламу, просто идем дальше. В эфире интернет-канал Максимадзе, и мы продолжаем. И вы только не поверите. В следующем моде тоже была использована музыка Discord DSS 4. Вот это да.
не ожидал. Такая вот менюшка, логотип Neighbors Back From Hell, который немножко не вместился. Кривоватые немного кнопки. Но ничего, давайте посмотрим, где эта кнопка авторы. Ее, наверное, вообще тут нету. Ладно, посмотрим. Мод называется... Я забыл как. Что-то там пакость за пакостью. Нет, пакость за пакость. Нет, не пакость за пакостью. Я забыл, как он называется. Серьезно, блин. Но вы знаете, как он называется, потому что в названии видео... Название видео это вы увидите, как называется мод. Я же там напишу, как мод называется. Вы знаете, я просто сейчас запустил и забыл, как он называется. Ладно, в общем, вы знаете, что это за мод, а вот я не помню. Ладно, короче, кто мне его прислал, не помню, и я не могу это узнать. Мне кучу модов прислали, я уже запутываюсь в них. Дом Ольги. Итак, это первый взор на дом Ольги. Походите по дому. Походлите по дому. Посмотрим. Логотип Фарзворк, один из разработчиков этого ремастера Neighbors Back From Hell. Да, это дом Ольги, который Игнатий Шубич нарисовал. Использовал в комиксах. Такие вот двери. Неплохой такой домик. Немножко отличается. Телевизор вот такой вот. Кстати, он очень похож на телевизор, который у меня в деревне. Очень прям похож. Может быть, это даже он и есть. Перед походом к Ольге сосед решил посмотреть, как она переодевается. А, обалдеть. Начало приколов. Так называется. Опять телевизор, который между дверьми. Бинокль, который здесь. Почему все любят сюда телевизор ставить? Вот непонятно немного. Че? А почему он здесь идет? Какой странный мод, тоже. С теми же самыми глюками, заметьте. Опа, а вот микрофон. Вслепую ищи по пикселям. Так, у телеэкрана. А. Воскресный отдых, сосед разваливается в Ольгином кресле перед телеком и смотрит шоу «Дом 2». Вот рот. Точно, согласен. Как хорошо, что «Дом 2», кстати, закрыли. Самая дебильная программа. А вот «Битву экстрасенсов», кстати, недавно закрывали и... решили продолжить снимать. О, смотрите-ка, это же отсылки. Здесь есть канал Максимадзе, есть Спайди, а еще есть Эндрю Сэм, который немножко уходит за дверь. Которого лицо закрывает дверь. Спайди тоже немножко голову закрывает дверь. А меня ничего не закрывает, ну отлично вообще. Какое счастье. Тут... О, музыка из «Как достать квартиру».
Сейчас погромче сделаю, чтобы вы услышали. Обожаю моды с отсылками, вообще обожаю. Ух, как же я успел-то. Да ну, телевизор этот. Нет. Да, дом Ольги, а самой Ольги нет. Еще одни глюки. Можно нарисовать красоту. Прикольно, что дают возможность порисовать курсором эти чуть-чуть совсем. Блин! Ну и все. Нюшка у соседа. Посмотрим. Которым празднует Ольга дом. Здесь окно ночное, кстати, а здесь почему-то нет. Как так-то? Ну, кстати, вот сказали вот про дом 2, вот описание предыдущему уровню было, что сосед там смотрит дом 2, ну капец. Вот о телевидении хочется иногда поговорить, я вот о чем. Вчера, по-моему. Что-то натолкнуло меня телепрограмму посмотреть. Смотрела программу Андрей Малахов «Прямой эфир». Там была история про женщин, которым за 50. Как вы показали, как какой-то там... Да твою мать, я забыл, что вот здесь. На столе.
была женщина Таисия, которая нравилась мужикам, а женщины хотели быть на нее похожими. И у ее фанатки, которой 48 лет, там началась такая вражда, это Таисия оскорбляет всех людей, потом она умерла, хотя это неизвестно, так это может это вранье все. А у нее подруги там, оказывается, которые киллера даже готовы нанять. Той женщине, с которой вражда была. Потому что они винят ее в смерти Таисии. Ну это пипец какой-то, детский сад вообще, его серьезно. А там в студии между этими женщинами были драки, скандалы, матерные слова. Это ж кошмар какой-то. Вы смотрите-ка, я не успел. Да в задницу этот уровень, надоело уже его проходить, честно говоря, вот так попадаться все время. Не бабушки, а детский сад какой-то творится, вот честное слово. Это вот прямо вообще так и есть. Да твою мать. Вот такой прикол, что ты не успеешь тут вообще спрятаться и все. Футбольные баталии, бля. Энрис. Тут отсылочка есть, правда, на кверх ногами. Ох, ничего себе. Как я тут ориентировался-то лучше? Капец какой-то. Дом кверх ногами. Боком повернутый. О, кошмар, вот как в такое можно играть. Ходить можно вообще. Это на это у меня глаза уже болят от этого уровня. Нафиг. А еще там не договорил. Одна из женщин не дождалась того, как ее позовут в студию, забежала и начала кулаками размахивать. Ее пытались остановить, она рвется, как разорвать волосы там ей, совершенно невиновному человеку. Господи, это детский сад какой-то, как вот в школе с подростками унижают, когда друг... Когда несколько хотят просто унизить одного человека, это... До чего люди докатились, вот честное слово, блин. Ребята, извините, что я такое рассказываю, но... Меня просто бомбит от того, что творится сейчас в современном мире. Короче, вообще, о чем я сейчас говорю? Мы же сейчас должны оценить мод. Автор, не обижайся, спасибо там за отсылки и все такое, но этот мод получился все-таки плохой. Особенно последний уровень, который вы сейчас видели, там такой уровень, что играть просто невозможно. Это глаза аж болят от него. На третьем уровне я постоянно забываю, что там торт внизу, и там и, короче, все время не успевал, попадался и так далее. Ну и кривоватости есть. Меню выглядит довольно красиво, фон вот этот качественно выглядит и все такое. Ладно, короче, я там еще есть несколько модов, как минимум два мода еще есть. А еще одно небольшое обращение. Мне недавно прислали один мод, который называется мод дубль 2. Тот обращение к тому, кто мне его прислал, я не помню, кто именно. Этот мод не запускается. Пришлите мне его, пожалуйста, еще раз, когда он будет запускаться. Ладно, на этом мы закончим. С вас лайкос, подписывайтесь, а с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на этот канал, вступайте в группу ВКонтакте и всем пока.